Жаркая погода в Татарстане на этой неделе обусловлена тем, что мы находимся на западной периферии антициклона. Юго-восточные и южные ветры формируют благоприятную температуру, но уже к концу недели столбики термометров пойдут на спад. Вот согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, начиная все-таки с воскресенья, у нас будет некоторое понижение температуры, но она все равно будет соответствовать именно норма майским и даже превышать его. Основываясь на прогнозе Гидрометцентра России, профессор отметил, что 9 мая, в День Победы, ожидается 26 градусов тепла, а если возникнут осадки, то они будут незначительными.